Глава региона провел внеплановое совещание по безопасности детского отдыха. На видеосвязь с губернатором вышли главы всех курортов. Этим летом на Черноморское и Азовское побережье в Краснодарский край приедут больше 800 тысяч детей. И все они должны вернуться домой целыми и невредимыми, потребовал Вениамин Кондратьев. Мы тоже принимаем детей в многочисленных наших оздоровительных лагерях, санаториях, пансионатах. И лучше еще раз сверить часы и понимать, что мы не можем допустить подобной трагедии. Вот сегодня самое главное понимать, что все-таки, если даже пришло штормовое предупреждение, не быть самонадеянными. Даже если можно по-разному относиться к прогнозам синоптиков, то лучше на всякий случай и в наше Черное море не выходить и детей купаться не вести. Однако, помимо организованного отдыха детей, ожидается, что в край также приедет большое количество так называемых незарегистрированных групп детей. Вопрос их безопасности также должен быть под контролем. Здесь взаимодействие должно быть на местах всех органов. Это, конечно, и муниципалитет, и Роспотребнадзор, и МЧС. Если кто-то выявляет такую группу, просто она находится в зоне видимости, просто немедленно нужно сообщать. Тут самое главное оперативно нам об этом сообщить. Глава муниципальных образований под протокол. Вот вы там на местах. Ежедневно, в ручном режиме, иначе не скажешь, отслеживайте, буквально отслеживайте незарегистрированные группы детей. При этом незарегистрированные группы детей важно выявлять не на пляжах, а еще на въезде в край, отметил глава региона. Отслеживать прибытие и отправку детей необходимо на вокзалах и аэропортах. Евгений Владимирович, вы деле продумайте, все равно сегодня вы отвечаете за курорты, каким образом просто встречать, механически встречать поезда, самолеты и автобусы, которые приезжают в край. И вот они выходят, тот же понимали, есть и группа детей, кто старше, куда идут. Вениамин Иванович, мы организуем в короткий срок эту работу, но тут нам понадобится небольшая помощь полиции, чтобы мы совместно с ними проводили такие мероприятия. Если нужна полиция, значит полиция. То есть, я думаю, никто не откажет, но все въезжающие в край группы детей, все должны быть под нашим контролем. Сегодня вы отвечаете, мы отвечаем, мы все вместе, и я отвечаю. Поэтому я говорю, делаем вот так. По-другому быть не может, потому что это зона нашей ответственности. Также Вениамин Кондратьев поручил главам районов организовать дежурные группы и мониторить все места отдыха детей. А с каждым лагерем и пансионатом еще раз в ручном режиме отработать технику безопасности.